С итальянской легкостью заставляет звучать самый большой и самый сложный из всех музыкальных инструментов. Орган сродни оркестру. Он идеально подходит для полифонии. В нем много регистров, так же, как в оркестре много музыкальных инструментов. Я выбираю регистр для каждого отрывка и отмечаю номер для себя и для ассистента. Но напряженно замирает, когда пытается понять саратовский орган. На знакомство с ним у музыканта из Флоренции всего 40 минут перед концертом. Большая проблема для органиста. Все органы очень разные, и нужно время для того, чтобы подготовиться. Ваш орган мне очень нравится, у него богатое звучание. На саратовском органе Джованни Браулин будет играть чисто итальянское. Вивальди, Альбинони, Босси, Моррикони и обработки песен Нино Ротта. Когда я играю, я пытаюсь передать публике музыкой то, что я чувствую. То, что у меня внутри. Надеюсь, что у меня это получится. С овациями встречает весну из Рима. Так называется музыкальная программа. Во время концерта на сцене два ярких пятна. Центр органа и экран. Музыку сопровождают виды Италии. В Италии органная музыка очень популярная. Но итальянцы воспринимают ее как церковную музыку и слушают не на концертах, а в церкви. Там другая, совершенно особенная атмосфера. И пусть не под духовными сводами, в большом зале консерватории, но ощутили особенную атмосферу. Ее спровоцировало другое, итальянское прикосновение к педалям и клавиатурам инструмента.